Всем привет! Короче, сегодня вот я решил поиграть в демку по прикольному платформеру. Был на канале Nickelodeon такой сериал, назывался «Ох уж эти детки», и вот по этому платформеру скоро выйдет игра, и такая вот демка. Там на самом деле очень много демок появилось, интересных игр. Да, и мне пришлось все-таки подключить геймпад, потому что в этой игре тут не настроено, чтобы ты мог менять это вот направление. Я всегда, когда управляю, когда играю в 2D платформер, я всегда WASD. Эти кнопки я использую для управления движением. Здесь же в игре поменять нельзя, тут можно только стрелочками, и получается, что ты будешь управлять движением правой рукой, что мне неудобно. Я всегда управляю движением левой рукой. Так что пришлось вот подключить геймпад. Может он прыгать здесь? Да, тут можно его поменять даже это. Когда паузу нажимаешь, можно поменять на других. За чаки вот можно поиграть. И у них даже там есть статы. Чаки, например, он выше всех прыгает, но у него... статы пожизненно проседает он по хп. Да, и эта игрушка мне понравилась еще не только из-за того, что я типа фанатею по мультику, но она из-за другого мне понравилась, а из-за чего я расскажу чуть позже. Графония вообще прикольный, такой вот рисованный, как прям в мультике. Так, взял жизнь, печеньку. Здесь нужно вот так вот открыть, чтобы пролезть. Ну вот, пришли родители и типа... Так, ну вот второй уровень, но я сейчас хочу показать вам самый главный прикол этой игры. Тут получается, смотрите, тут можно выбирать между HD и 8-бит. То есть мы можем сделать так, что игра будет выглядеть как на Денди, вот. Вообще прикольно. Также тут музыка, но я поставил музыку 8-бит, чтобы она этому... YouTube, он очень любит банить за вот эти всякие саундтреки из мультфильмов, из фильмов. Также тут можно убирать вот эти вот штуки. И можно убирать фильтр. Вообще, можно так с черными полосами. Вот эти игра, но я лучше... Мне нравится, когда есть фильтр. Ну и пусть по бокам будет. Также тут можно выйти в главное меню, и оно тоже будет изменено. Вот так будет начинаться все. Сейчас вот посмотрим, перепройдем первый уровень. Он будет выглядеть вообще по-другому. Вот такие вот первые титры. Regrets в оригинале вроде называется, да? Ох уж эти детки. Такое меню выбора вот. Статы тоже на месте. Томми, выбираем Томми. Ну вот, видите, если вы запомнили, как я там, как в начале я видео играл, то вот получается то же самое, только версия игры уже 8-битная. И это прям прикольно. Жалко, что некоторые вот издатели не делают такие вот с играми, которые на самом деле были... ретро, они потом их переиздавали, но они не делают там вот такие версии 8-битных.
Мне кажется, это очень круто. Ну вот, уровень пройден, а следующий уровень опять. Я чуть-чуть поиграюсь в 8-битном режиме, а потом опять врублю HD режим. Мне кажется, что это прям добавляет реиграбельности. Да тут еще, если получается, если ты просто прыгаешь на противников, то их можно потом будет взять в руки и ими кидаться. Так вот, раз. Блин, теперь берешь. Все надо аккуратнее, потому что враги тут, как вы видите, они могут тебя задамажить. Тут тряска экрана, ее тоже можно включать и выключать. И когда вот я, получается, новый экран появляется, то враги на нем опять респаунятся. Аккуратно. Так, ну и давайте я сейчас HD режим верну. Вот, получается совсем другая игра, да? Только я вот не знаю, зачем они сделали бы в режиме Dendy, но не вот это вот оставили бы, вот эту штуку, типа широкий экран оставили бы. Зачем они обязательно делают 4:3? Непонятно. Блин. Гадкие враги. Так. Тут вроде бы... А, да, вот. Взял жизнь. Не, сама игрушка прикольная. Здесь нужно взять ключ. Пойдем сначала вниз. Так, там внизу печенька. Ой. Ну вот. Так, теперь еще тут можно лазить по канатам. Да, и сейчас тут еще добавится тоже один прикол. Можно брать вот эти штуки и как в Чип и Дейле им кидаться. Блин, опять появились.
Кубики надо было поставить, чтобы добраться сюда наверх. Ай, зараза. Упал. И кубики опять заново собирать. Так, сейчас тут возьмем ключик. Блин, почему они так быстро рисаются, эти самолетики? Есть. О, жизнь, хпшка. О, из врагов тоже иногда выпадает. Так, все. И сейчас вроде бы босс. Но я до него проходил, я что-то его не смог. Я не понял, как его надо побеждать. Нет, сверху не прыгнуть. Ай. Наверное, надо, чтобы он просто вниз. Стоп. Как он будет выглядеть в 8-битном режиме? Забавно. Так, а вот тут я не знаю, что нужно делать вообще. Неужели надо в него? Так. Вернем HD. Понятно, все, я понял. Я понял, как его. Как его проходить? Ай. Не получилось. Надеюсь, хватит у меня аж две печеньки. Блин. Не получилось. Есть. Ура! Походу, я не все собрал. Да, музычку я оставил 8-битную, чтобы... Все получается, да? Да, ну вот. Такая прикольная демка. Получается, я все прошел полностью. Особенно мне понравился вот этот вот режим замены 8-битной версии на обычную HD-версию, рисованную. Все. Если понравилось, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Я там что-то присмотрел еще много демок, в которые я хотел поиграть.
Всем пока.